Другие читатели требуют, чтобы мы спасли нашу речь от чрезмерного засилья вульгаризмов, таких вот, ну, как нынешних, так и воскресших из старых жаргонов: лабуда, шмакодявка.
времени от агента поступает информация, что правой рукой Садецкого как раз с начала 94 года являлся некий человек по кличке Киборг. Но тут от информаторов поступают сведения об одной женщине, у которой год назад был ухажер с кличкой Киборг. За Киборгом устанавливается наблюдение. Наконец, в сводках наружного наблюдения упоминается о посещении Киборгом клуба «Ровесник». I'll be back.